Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и сегодня у нас будут мучения, боль и страдания в Майнкрафте. Даже сама Катя отказалась сегодня сниматься в этом ролике, поэтому я позвал бесстрашных наркоманов Петровичей, которые, в принципе, в этой жизни согласны за все, всего лишь за кружечку кофеечка. Поэтому, если страдать, как говорится, то страдать вместе, да? Ну вот и все. На улице темная темнота, ночная ночнота. Мрачная мрамота и страшная страшнота. Сегодня у нас, наверное, будет самый жестокий челлендж в истории Майнкрафта, в котором, наверное, никто из нас не сможет выжить. Короче, я собрал вот такую команду, разрешите всех представить. Банан! Здравствуйте! Мия, мать уток, и картошка Картофановна. Здравия желаю. Именно они составят мне сегодня команду в выживании в этом мире. Если мы сегодня все же сами сможем выжить, значит следующая серия будет с Катей. Если она все же согласится, потому что я ее уговорил полчаса, она сказала: нет, иди в жопу, извините за выражение, она сказала: идите в жопу со своими вот этими челленджами. Поэтому просто на примере я вам покажу, как это работает. Все давайте за мной, только тихонечко. Короче, сегодня у нас Майнкрафт, в принципе, не только сегодня он странный, он всегда странный. Допустим, если я сломаю камень... Кто? Собака! Уйди! Все! Отойди к вот это... Отошел. В общем, как вы понимаете, сегодня блоки у нас... Мало того, что блоки-убийцы, блоки-маньяки... Банан, сломай вот это, сломай землю. Валим отсюда, текаем с этого проклятого города. Все, короче, давайте все за мной. И самое главное, держитесь, пожалуйста. Уйди, скотобаза. Самое главное, держитесь все рядом. Потому что сегодня нам с вами надо как-то выжить. И давайте мы с вами распределим все роли. В шахту, мне кажется, спускаться пока что очень рано. Надо дожить хотя бы до утра. Поэтому, картошка, ты иди добывай уголь. Банан, ты иди добывай дерево в джунглях. А ты, Мия, защищай мою задницу, пожалуйста, чтобы никакой другой блок сегодня ко мне не подкрался. И, пожалуйста. Опа! Мия, спустимся туда за железом. Как думаешь? Давай, спустись. Давай, ты первая. Давай. Ага. Я не понял. Да что ты не поняла? Так, давай. Я не хочу рисковать в этой жизни. Давай. Подожди, атакую. Опа, слушай, мы с тобой смогли убить блок железа. Там еще одно железо, давай тогда спускаемся ниже. Ёхан, и прям вся жизнь перед глазами пролетела. Так, о, зря я сломал этот блок. Хотя вроде меня никто не начал бить. Давай спускайся, здесь вроде все нормально, спускайся. Короче, я добываю вот это железо, которое находится вот здесь. Наша главная задача в этой серии — скрафтить хотя бы каждому по железному мечу, по железной кирке. Прикрывай меня, Мия, давай, раз, два, три. Ага, здравствуйте. Мия, такой, давай, ты будешь отбиваться! Отбивайся, я буду собирать железо! Слушай, этот блок железа украл еще и мое железо! Убей его, так, давай, быстро, пока он не вернулся! Давай, добывай! Так, это хорошо, это мы добыли. Слушай, какая это высота? Это 31 высота. Мы на самом деле можем спуститься даже чуть ниже и попытаться добыть алмазы. Но проблема в том, что мы с тобой рассредоточились от своей группы, поэтому давай будем забираться на... Кто меня ударил опять? Это ты меня ударила? Сейчас я добуду немножко уголька, чтобы мы с тобой сделали факел. И главное, чтобы меня сейчас уголь не начал бить. Пожалуйста. Так, делаем палочку, делаем уголь. Вот так, и ставим факел. Молодцы! Тут еще железо, добывай. Слушай, у меня такое ощущение, что блоки от нас отстали, не? Что-то никто нас сейчас не бьет. Все, давай, будем выкапываться. Выкапываемся отсюда, давай сюда. Банан и картошка, вы где там? Вы живы, не живы? Дайте признаки жизни. У-у-у, Мия, я бы спустился туда еще на самом деле. Спустимся, посмотрим. Едрить, колотить! Ладно, спускайся, пока они нас не зарезали. Так, это у нас 12-я высота. Если мы с тобой прямо сейчас найдем алмазы... У-у-у, только попробуйте меня кто-то столкнуть в лаву. Так, здесь у нас, здесь, спускаемся еще ниже. Так, давай обратно, Мия, обратно. Бананы и картошка, пожалуйста, ждите нас... Чуть не упал. Ждите нас, пожалуйста, наверху, вот прямо сейчас. Мы сейчас с Мией поднимемся наверх, только попробуем найти хотя бы парочку алмазов. Если у нас сейчас получится это сделать, если... Я нашел лазурит, но лазурит нам вряд ли понадобится, поэтому давай топаем обратно.
собака, если он меня сейчас толкнет в лаву! Отстань! Уйди, сатана, уйди! Миюшка! Подожди, я не буду ломать тот блок. Ты это видишь? Только проблема в том, что у нас с тобой нет... Так, подожди, я ставлю печку. Ставлю печку. Добудь уголь. Вот, сзади тебя уголь. Добудь уголь. Главное, смотри, чтобы никакой уголь тебя потом по башке не стукнул. Ага, уже стукнул. Ёханы! Отстань от Мии, собака! Уйди! Назад отошел и сгинул! Ушел отсюда. В лаву прыгнул. Молодец. Какие-то странные у нас сегодня блоки. Ладно. Так. Да что ж ты будешь делать? И ты то в лаву прыгнул за своим другом. Собак. Все, убили. Нет, не убили. На! Все, убили этого тоже. Короче, третий железный слив. Да ты с ума сошел, ёханый бабай. Да отстаньте вы уже от нас. Давайте мы заключим с вами перемирие хотя бы на одну минуту. Ну, в лаву. Прыгни в лаву. Что ж, собака, ты будешь со мной делать сегодня? Мия, защищай! Сейчас, верстачок, быстренько крафтим верстачок. Это сюда. Да я ничего не, я даже блоки не ломал, ты с ума сошел. Так, сюда, и вот сюда. Молодец. Отстань. Все. Мия. Сейчас я это выброшу. Это, следи, чтобы никто меня не столкнул в лаву, пожалуйста. А ты прикинь, если нас сейчас начнут атаковать. Да иди ты в задницу! Ты прикинь, если прямо сейчас нас с тобой начнут атаковать вот эти алмазные блоки. Это же с ума можно сойти. На! Все, прыгнул в лаву. Так, Мия, пожалуйста, следи за мной. Ага. Иди! Алмазный блок появился! Тихо! Отстань! Ёханы, короче, у нас в этой серии... Ну, практически... Ты с ума сошел? У нас в этой серии на каждого практически будет алмазный меч. Ну, кроме там... Давайте кроме банана. Банан не заслужил. Мия, да, а где верстак? Где... Да я ничего не делал, ты дур... Слушай, я тебя забаню сейчас, вот честно. Вот еще раз ударь, я тебя забаню. Отошел отсюда. Назад. На... Отошел, развернулся и убежал в ту сторону. Быстро! Вот так с ними надо, по-жесткому. А то эти блоки не понимают, что на меня лучше не рыпаться. Мия! А, меня, походу, бросили, да, здесь? Ладно, надо выбираться отсюда. Забираем уголь. Я печку оставлю здесь, а то сейчас она меня еще начнет атаковать. Так, выбираемся. Картошка! Банан! Мимию потеряли! Или она уже вылезла, я просто не... Санта Лючия, Дева Мария, это что здесь за апокалипсис такой происходит? Вы что-то на такое большое количество блоков-то нарвались? Да отстаньте, да я даже никакой блок не ломал! Отвлекайте, я сейчас печку поставлю. Печку засуну, уголь и с вами пережарим желе... Убейте вы эти блоки! Так, иди сюда, камень! Отойди. Ага, а что ты сделаешь, если я цветочек сломаю? Ага. Он тоже цветочек сломал! Ага, и цветочек меня начал... Слушай, они меня сейчас убьют нафиг! Мия, помогай! На! Так, одного убил или не убил? На! Одного цветочка убил! Все, хватит, давайте перемирие, хотя бы на минутку. Все, успокойтесь, все, давайте сюда, верстак. Я делаю 3 алмазных меча. Один себе Ёханы, как ты меня заколебал, слушай. Слышь ты, роза недоделанная. Отстань. Мия, иди сюда. Мия, подойди, Мия. Держи, Мия. Держи. Картошка, ты держи тоже. Ты банан, независимый молодой человек, поэтому ты будешь бегать. Ну, держи каменный меч, мне кажется, тебе пригодится. Так, у нас прямо сейчас... Вы что, железо украли? Ты железо украл. Спасибо, ты большой молодец. Складывайте это все в сундучок. У нас очень много ресурсов на самом деле. Складывайте это в сундучок. Банан, держи. Кожаная курточка. Держи кожаную курточку. Сундук я поставлю куда-то вот сюда. Пускай он здесь стоит. Так, железный меч я тоже выложу обратно. Сырая баранина. Давайте мы ее тоже баранинку пережарим. И раковина Наутилус. Это мы с Катей добыли в предыдущей серии. Так, все экипированы более-менее. Да?
Вот сейчас я предлагаю отправиться внутрь туда, в глубину джунглей. Возможно, там у нас будет какой-то данж. Прямо сейчас что я могу скрафтить на самом деле? Давайте я скрафчу тогда железный шлемочечек. Вот, нормально. Это я выложу обратно. И, пожалуйста, не ломайте ни один блок. Все давайте за мной. Давайте тихонечко, тихонечко. Нам с вами нужно в мирной дружеской обстановке дойти до джунглей. Возможно, там реально будет какой-то данж. Старайтесь не ломать блоки, а наоборот простраиваться. То есть вот я ставлю блоки, тогда, по идее, нас никто не должен бить. Лучше ставьте, нежели ломайте. А то они на нас нападают только тогда, когда мы их ломаем. Короче, наша задача. Или данж, или панды. Или попугай. Поэтому ищите или одно, или другое, или третье. Самое главное, не рассредотачивайтесь. Все вместе бегаем. Я ставлю блок, и вы все за мной давайте. Ставлю блок, и вы все за мной. Опа! Банан! Опа! Банан, подожди, там не только дальше... Попугай! Тыля какой! Короче, прикрывайте меня, пожалуйста, сейчас будет жестко. Я добываю... Да добывайте, добывайте, добывайте пшеницу, добывайте пшеницу! Пока пшеница нас не начала атаковать... Тихо, 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 тихо! Дай, дайте еще пшеницу, дайте еще пшеницу, дайте еще пшеницу! Ёханый бабай, чё же так сложно, сложно? Так, сюда, 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 сюда. Иди сюда, миленький мой, иди сюда. Держи, держи, держи. Ты чё как ненасытный-то столько жрать хочешь, я не понимаю. Держи, держи, держи. Опа, опа, опа. Да я ему скормил уже примерно где-то... Да отстань! 15 пшеницы я ему уже где-то скормил. Сюда, сюда, сюда. Украли у меня пшеницу. Держи, держи. Друг человека, все. Я приручил! Все, давайте за мной в данж. Быстро, быстро, быстро. Я извиняюсь перед каждым за вот такие лютые какие-то крики, но вы сами понимаете, когда тебя бьет блок пшеницы, это на самом деле не очень так нормально. Все, давайте перегруппируемся и спускаемся в данж. Давайте все за мной, все за мной, все за мной. Ищите вход. Где здесь вход? Здесь? Или с другой стороны? Мне кажется, с другой стороны, да? Давайте тогда в другую сторону заходим. Вот сюда. Все за мной. Здесь в любую секунду нас может поджидать засада. Поэтому все за мной станьте. За мной все станьте. Есть у кого-то факелы? Вот сюда. Короче, ничего не тыкайте. Проходим. Банан, ты первый. Подождите, пускай банан пройдет. Банан, ты первый. Ага, молодец. Давай дальше, 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 дальше. Выбросил! Они у меня алмазный меч украли! Собаки! Ладно, буду всех киркой бить! Верните! Ёханый бабай, так, ладно, отвлекайте, 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 отвлекайте! Я пойду за другим сундуком, возможно, там что-то будет! За другим сундуком! А, прекрасно! Гнилая плоть! Давайте все наружу, все наружу, все наружу, все наружу! Так, наше испытание, данжи под... Отстань, 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 отстань! Я вижу... Отстань! Тихо! Стой на месте! Кто украл у меня алмазный меч? О, спасибо. Так, это сюда. Блоки! Если вы меня слышите, отдайте, пожалуйста, алмазный меч. Если вы, конечно, не скотобаза. Отдай, пожалуйста. Ты поднял? Или ты поднял? Или ты поднял? Слушай, а может... Так, они все перед нами. Стойте на месте, пожалуйста, мы сейчас вернемся. Стойте на месте, пожалуйста, никуда не уходите. Идите сюда, подойдите сюда. У него алмазный меч... Слушай, ты, пописяка, я видел то, что вот у этого, отойди, не, вот у этого, да, стой на месте, вот у этого алмазный меч, отдай алмазный меч, ну не будь ты собакой, ну дай нам нормально повыживать, отдай алмазный меч, спасибо, с любым блоком можно найти общий язык, а сейчас отойдите немножко, отойдите, а вы все остальные подойдите сюда, слушайте, мне кажется, это выживание может длиться вечно, да и тем более, кто мог ожидать то, что почти в первой серии выживания мы скрафтим целых три алмазных меча. А еще какая-то собака вот эта деревянная, я же видел то, что кто-то из вас один в шахте украл алмазную, руду алмазную. Вот у него алмазная руда. Слушай, я вот с этим чуваком хочу поговорить. Я тебе дам 4 золота, а ты мне отдашь вот эту алмазную руду. По рукам? Махни, если по рукам. Все, иди сюда, подойди. Да подойди, да хватит, подойди сюда. Тихо, успокойтесь там, перемирие. Иди сюда. Я тебе выбрасываю даже не 4 золотых слитка, а 6 золотых слитков. А ты мне выбрасывай алмазную руду. Алмазную руду выброси. Спасибо. Все, вся моя команда сюда, а вы уйдите. Идите сюда.
Короче, отойдите, отойдите, я сказал, все отошли! У кого-то есть какие-то предложения? Нам надо отсюда как-то выкручиваться. Я предлагаю закончить это выживание как можно скорее. Прямо сейчас мы с вами отправимся в шахту, добудем железо, оденемся в железные броники. В принципе, у нас есть алмазные мечи, поэтому вчетвером мы с вами запросто сможем загасить даже эндер-дракона. Идем в ад, добываем стержни, потом убиваем эндерменов, делаем глаза вот этих... Вы чё подслушиваете? Отошли! Вот, убиваем, добываем вот эти глаза Эндера, ищем дракона и заканчиваем к чертовой бабушке это выживание. Но вот ты отошел, вот самый любопытный отошел, но перед тем, как нам продвигаться дальше по нашему жизненному пути, нам надо избавиться от этих сундуков, а то они на самом деле меня уже заколебали. Поэтому, короче, кодовое слово «малиновый вазелинчик». Когда я это скажу, начинается атака. Уважаемые мои сундуки, я вам хочу предложение. Мое предложение такое, вот сегодня такое. Все подошли сюда, кроме моей команды. Моя команда, стойте там сзади. И сидите за моим попугеем, его зовут Матрас. Ага. Не знаю, почему Матрас. Короче, я вам хочу предложить такую реконструкцию в нашем обществе. Как вы ответите на то, чтобы я вам, сундучным жителям, построил целую деревню? А? Вы будете там жить, не тужить, нас атаковать не будете. Если вы за, то подпрыгните, подпрыгните. Ага. Вот, поэтому следуйте за мной, и вы тоже следуйте за мной. А, слушайте, а вы, вот, кстати, недавно в магазине был, с мамой шел, мама видит, на полочке у нас малиновый вазелинчик лежит. И мы его взяли и купили, ехали, бабай, давай. Алмазный меч? В смысле алмазный меч? Убивайте того, у кого алмазный меч! Убивайте того, у кого алмазный меч! Чё-то как-то вообще банан, да? Всё не по плану пошло. Мия! Картошка! А вы там живы? Я очень сильно в этом сомневаюсь. А, вот картошка и вот Мия. Пока они не вернулись сюда на спам, давайте мы, пожалуйста, как можно скорее отсюда свалим к чертовой бабушке. Возможно, они нас даже не смогут догнать. Давайте. Я видел там блок земли. Короче, если Катя у кого-то будет спрашивать, было ли сложно в этом челлендже, пожалуйста, напиши в комментах. Катя, приходи, возможно... О, господи, помилуй. Возможно, Катя все же поверит в то, что этот челлендж был не таким уж сложным, как он кажется. И, наверное, в следующей серии будет выживать с нами. Я вам всем говорю дружно огромное спасибо за просмотр, в то время как за нами бегут летающие алмазные мечи. Не забудь подписаться на канал, чтобы не пропустить новую серию. Да идите вы в задницу, вы что, с ума сошли нафиг? Да вы что, вы меня убили? Майнкрафт с каждым днем все дурнее и дурнее. Всем пока.